Всем привет, меня зовут Олеся, добро пожаловать на мой канал. И сегодняшний ролик я начинаю вообще без макияжа, можно сказать, перешла черту. Если обычно хотя бы тональный крем наношу, хотя бы брови крашу, то сегодня вот, пожалуйста, в первозданной своей красоте. А все потому, что я решила показать свой обычный летний макияж. Сегодня будут принципы моего обычного макияжа, когда я не накрашена для ролика. Частенько мне просто лень перекрашиваться, и я выхожу на улицу вот как накрасилась. Но если у меня есть такой свободный от съемок день, то я делаю немножко все по-другому, особенно летом. Так, начну с первоочередного. Я стараюсь летом краситься быстро, краситься так, чтобы это защищало мою кожу от солнца, потому что у меня есть пигментация, которая расцветает пышным цветом, когда солнце выходит. Самое смешное, что я придумала снимать этот ролик про свои принципы летнего ухода, макияжа в смысле, когда солнце Сегодня нету в Санкт-Петербурге и вообще пришло какое-то там похолодание. Ну да бог с ним. Я изображаю сегодня всеми своими правдами и неправдами. А, лето прекрасный солнечный день. В общем, я обязательно крашу перманентной краской брови и ресницы, потому что это здорово упрощает жизнь в, обычной, в обычные дни. Сегодня у меня на бровях и ресницах краска называется она ⁇ Элан ⁇ Собственно, я накрасилась и думаю, ну пока по свеже накрашенному можно что-то нарисовать гораздо быстрее, нужно снимать этот ролик но предпочитаю я все-таки шварцкофт, потому что держится намного на мне дольше такая краска, мягче красит, от нее практически не выпадают от этой краски, которая называется игора ресницы, выпадают, когда приходит время, потому что остальные типы красок, они немножко процесс, так сказать, форсируют, стимулируют. В общем, игора мне нравится больше остальных, она, к сожалению, дорогая, но ее хватает на очень долгий период. В общем, тональными кремами я практически никогда не пользуюсь в летний период, когда не надо краситься на камеру. И в обычное время я наношу на лицо какой-то санскрин, очень много наношу его, не меньше чайной ложки на лицо, и в данном случае у меня вот такой на лице. Это самый мною любимый санскрин, к сожалению, которого в России не найти, он называется Rental Princess. Во-первых, здесь преобладают физические санскрины в первую очередь, а во-вторых, здесь есть химические, но стабильные современные. Во-вторых, в этом средстве есть э, оттенок. И на лице моем э, он выглядит очень органично за счет зеленушно-желтушного подтона. В общем, это такой настоящий оливковый оттенок. И он мне идеально подходит. Чуть-чуть, чуть-чуть буквально он как-то, как-то, что-то как будто бы выравнивает, но нет никакой плотности, не перекрывает какие-то вот несовершенства. Он полупрозрачный просто с оттенком. А по Наверх я наношу одну из э, пудрированных тональных основ. Вот я вам сейчас буду показывать все, что у меня есть и буду краситься одной из тех, что покажу. Вот как-то так будет у меня проходить сегодняшний ролик. Несколько лет кряду показывала вот такую пудру от Миша, кое-где ее возможно даже отыскать. Я так понимаю, что распродаются остатки, потому что ее сняли с производства. Я ее по-прежнему как бы люблю, но уже не такой горячей и трепетной любовью, потому что натура я ветреная, как мы все знаем. И я уже ее разлюбила, потому что у меня появилась пудра коллаген и наф. А вот эту пудру продают везде, и сейчас со скидкой вроде как будто она даже продается на Wildberries. Рублей за 800, за 600 даже где-то я ее встречала. У этой пудры не такое плотное покрытие, как хотелось бы мне в настоящий момент. Потому что я тестирую сейчас новый ход. У меня здесь высыпание, вот здесь, вот здесь под бровью. Вы этого всего не видите, потому что на загорелой коже это не так бросается в глаза. А покрытие, поскольку средненькое, можно достроить до среднего, в целом оно даже слабое где-то, но там в составе есть такой спонжик, которому можно плотнее намного нанести. И на мой взгляд, вот этот спонжик очень хороший. Он и быстро это позволяет сделать, и маскирует. Маскировку он дает лучше. В общем, вот эта пудра хороша мой оттенок, мой оттенок 21 и она сливается с моей кожи. Берите оттенок 13. Я думаю, что для чуть более светлокожих людей э, тот вариант вам подойдет больше. Недавняя моя покупка, которую я очень хвалила, от Jane Iredale обалденная пудрированная тональная основа, но мне все-таки кажется, что она подойдет обладателям именно сухой кожи. Либо склонны к сухости. Она нормально живет часов, наверное, 5, потом она немножко начинает отслаиваться, где-то что-то подзаваливаться, и ее нужно назад приклеивать э, салфетками. Лежали у меня здесь салфетки, но если бы вы видели, что у меня сейчас со столом, <laughs> я не, не смогу найти салфетки. Clean and clear, И я их покупаю, эти салфетки на iHerb. Они прорезиненные, они самые мои любимые. Я разные уже перепробовала, даже те, которые советовали мои зрители, но все-таки мои предпочтения остаются на стороне именно этих салфеток. И вот я этим, этими салфетками абсорбирую жир и назад все это дело приклеиваю. Моя в данном случае версия, она для меня слишком светлая, мне нужна другая пудрированная сейчас основа, поэтому ею я практически не пользуюсь. Но я оценила, во-первых, неплохую стойкость, невероятно красивый сатиновый отлив от кожи, просто потрясающий. Хорошие достаточно такие кроющие способности этой пудры. Я показывала замечательную вот эту пудрированную тональную основу от Revlon но, к сожалению, у нас ее не купить, поэтому показываю очень быстренько. Если вы вдруг где-то ее увидите за границей, особенно в Азии, я рекомендую ее взять. К сожалению, у нее чуть крупнее помол, но опять же в течение, наверное, часа усаживается пудра на лице и выглядит прекрасно. Но все равно пудра коллаген смотрится намного более жизнеспособно. Из рассыпчатых пудр я хочу вам показать вот эти две КМ. Я ими тоже пользуюсь, но нужно иметь вот прям идеально лицо для этих пудрированных основ, потому что они практически ничего не кроют. Они, скорее, знаете, такие полупрозрачные вуальные пудры, хотя заявлены основами, чуть-чуть перекрывают. Но есть люди, которые любят эффект макияжа без макияжа. Это ваша история. Одна такая матирующая, заявлена, вторая сатиновая. И у сатиновой очень нежный такой деликатный отлив. Гораздо менее он яркий, чем, например, вот здесь, вот в этой пудре от Миша. Так, еще, еще я вам хочу, знаете, чего показать? А, вот такую пудрированную тональную основу. Ее, к сожалению, тоже не найти. Я ее показываю из соображения того, что у Кика Милана, а это лимитка прошлого года эти самые лимитки повторяются с высокой вероятностью. И, скорее всего, пудрированная тональная основа на лето у них уже есть. Я посмотрю обязательно, когда буду писать список средств каких-то, либо будет обязательно. И вот сегодня я буду краситься как раз именно этой пудрой, потому что она дает именно такой матовый эффект, и она очень хорошо скрывает какие-то недостатки. Знаете, как я наношу? Вот именно таким вот образом, втаптывающим. Я, правда, наверное, погорячилась. Надо было сначала нанести консилер. Ну ладно оставлю место под глазами, потому что я не хочу санскрин, который на лице моем, размазывать, потому что он с легкостью, с легкостью тянется за кистью, и защита уже будет не та. Поэтому я стараюсь вот просто втаптывать. Видите, как он выравнивает этот тон пудрированный, да, можно сказать так очень хорошо выравнивает лицо. Вот таким вот образом на каждый день я, собственно, и крашу. Все достаточно просто. Что касается консилера, я предпочитаю летом либо фиксирующийся консилер, если мне все-таки важна стойкость, либо совершенно легчайший. Из легких консилеров мне сейчас на лето нравится либо Revolution Pro, потому что он, с одной стороны, не сушащий, но не слишком плотный, на вроде Tarte или It Cosmetics, которые я просто обожаю, но больше их предпочитаю именно в холодное время года. Либо предпочитаю вот свой любименький от Шесейда, к сожалению, его сняли с производства. Либо, когда мне нужна какая-то суперстойкость, я возьму вот такой консилер от Tower Glass. Еще к тому же он и темнеет, он просто в другое время года мне не подойдет. Но когда он закончится, я не буду его повторять. Ну вот я его сейчас немножко сюда нанесу, хотя, конечно, очередность не самая, мягко скажем, идеальная. И по-быстренькому я его распределю под глазками. То есть на самом деле мне нравится очень быстро краситься. Я вам буду показывать, как я на самом деле крашу глаза сегодня. Я думаю, что многих это позабавит. Потому что я как бьюти-блогер предпочитаю ну, минимально тратить на это время. Ну вот, смотрите, все. И консилер, как видите, не светлый. Он и сейчас желтит. Но когда он усаживается, он становится вообще практически в цвет моей кожи и даже не видна зона высветления. Очень важная ремарка, чего у меня происходит с бровями. И я сейчас летом повадилась э, применять один трюк, который вам тоже советую, если у вас ничего не держится на бровях. По большей части, наверное, обращаюсь к тем девочкам и мальчикам, э, у кого, как и у меня, <laughs> в общем, э, здесь э, гладкая, как яйцо, поверхность. И надо, чтобы там что-то удержалось. Э, как, Какое-то такое подобие бровей. И я наношу на брови базу Smashbox 24. Как же я ее полюбила в качестве базы под карандаш на брови. Слушайте, поверьте мне, это удлиняет носкость макияжа вот просто в разы. И поскольку эта вещь прозрачная, никак это брови не окрашивает, очень здорово работает. Зато на веки я сейчас предпочитаю именно вот такую базу от NARS которая с цветом в оттенке лайт. То есть я использую, как это странно сейчас не прозвучит, для быстрого макияжа вот такие две базы. Это на брови, это на глаза. Почему вот этой базой я пользуюсь, могла бы вот этим да, прозрачным пройтись и там, и там? Потому что бывает, что у меня нет совершенно времени что-то носить на подвижное веко. Ну а следовательно у меня здесь не должно быть видно венок. Красных вот этих вот сосудов, кровеносных и т.д., и т.п. Сейчас они практически не видны, ну так, немножечко, да, с потому что я очень так хорошо распределяю. Но все равно этого оттенка хватает, чтобы хотя бы немножко выровнять. И если не хватает времени на полноценный макияж глаз, это здорово выручает. А вот эту штуку я вот просто полюбила как не в себя. Я и до этого ценила вот именно в качестве базы для век. А сейчас в качестве базы под карандаш для бровей. И если у меня есть время, я хочу заморачиваться, я возьму вот такой тин для бровей. То есть на базу я буду носить тин для бровей. Тинт от Мэнли Про. У меня три таких баночки. Я либо их смешиваю друг с другом, либо беру, по-моему, 0,1 оттенок, который для блондинок. Очень мне нравится. Это будет самая стойкая конструкция. Если времени нет у меня, то я возьму один из карандашей. Вот держу в руках. 0,1 оттенок от Vivienne Sabo, 0,2 чаще всего им крашусь. И 21 оттенок от Art Deco. Я возьму сегодня который от Art Deco. И хорошо, что у меня уже есть такой трафарет. И вот здесь вот таким вот образом, штришками, я попробую себе изобразить наличие брови. Хорошо, когда уже есть форма. Собственно, это так гораздо быстрее происходит. И вот здесь я сделаю то же самое. По большому счету по большому счету сегодня вот как бы все. Брови получились широковатыми, но они подсмоются буквально уже завтра, и все, никаких не будет вот таких вот границ жестких. Ну вот как-то как, -то, как -то вот так я себе это представляю. Дальше я в последние несколько месяцев благодаря марафонам ГУАР научилась закреплять все это дело при помощи теней. И вот эти тени, которые мне очень долго лежали, которые от Анастасии Беверли Хиллс у меня пошли в дело. Здесь уже такие основательные ямки, дырки это не самые лучшие тени, не самые стойкие на свете, но определенно самый удобный формат. Вот я тоже говнилась, говнилась, но по факту пользуюсь в основном я ими, потому что это очень удобно. Маленькая такая штучка, при этом она изящная и симпатичная. Я бы хотела, конечно, чтобы эти тени были более стойкими, но именно формат мне нравится. Я беру просто вот такую вот кисточку и по нарисованному, по большому счету, карандашу я прохожусь для того, чтобы у меня брови не отсвечивали голой кожей. Это выглядит, ну, не очень красиво. Ну, на мой так вкус, конечно. Дальше я беру гель для бровей и по-быстренькому по быстренькому зачесываю брови. Смотрите, вот эта бровь, поскольку у меня высокая, я ее чешу вниз, вот так вот, чтобы она не вверх у меня стояла, тем самым не была выше. Да, на, на бровях это все видно, вот я сейчас вижу свои бровинки, но меня это не парит. А вот здесь я наоборот зачесываю вверх. В общем, для того, чтобы сделать наоборот чуть повыше. Ну, вот как-то так. Они все равно получаются у меня асимметричными, но поскольку у меня такое живое лицо, у меня лицо все время вот так вот в мимике. В общем, с бровями мы разобрались: карандаши плюс тени, и обязательно все это на базу Smashbox 24. Дальше дальше глаза да, или лицо. Так, давайте начнем сначала с лица. Я его не закончила красить. Слушайте, как красиво сейчас смотрится эта пудрированная тональная основа, она уселась, матовость прошла. И это выглядит очень кожеподобно. Итак, теперь лицо. Я очень сильно люблю в летнем макияже бронзеры. У меня их великое множество. И я очень сильно рассчитывала, что в этом году вот такая вот палетка от Байтери нет, от Байтери, которая вышла, будет меня выручать в качестве дорожного варианта. Я сильно рассчитывала на то, что я буду пользоваться и бронзером, и румянами, и, возможно, даже хайлайтером, но я практически к ней не прибегаю. Это очень жаль. И поэтому, когда мы куда-то едем, ну, например, на выходные дни к родственникам, там, не знаю, за город, я либо беру с собой вот эту палетку от Лямель потому что я ее использую как для лица, так и для глаз, для очень быстрого мейка. Хотя тени тоже иногда использую, но вот я говорю сейчас, прям совсем о быстром. Либо чаще всего э, я беру вот эту палетку от Vera Beauty. Это единственная вещь, которая у меня не только просто в почете всей коллекции от Vera Beauty, потому что все остальное, мягко говоря, было очень спорно. Но и вообще люблю на фоне остального. Сколько у меня бронзеров? Я принесла лишь только маленькую толику, но у меня их на самом деле великое множество. Так, что было, вот под рукой, то взяла. Здесь меня устраивает, во-первых, наличие очень приятного оттенка скульптора. Ну, это скорее даже скульптор, нежели бронзер. И мне нравится оттенок румян, очень весенний или летний. Ну, в общем, теплый оттенок. Так, нанесу сначала я вот такой вот кисточкой веерной два оттенка. Вот сюда, вот так вот. Нанесла. И мне очень нравится, как это смотрится, очень по летнему. Не скажу, что это самые стойкие средства на свете, но они очень летние, очень приятные. Кисточку я просто обтрусила об коленку и прибегаю к вот этому м -м, скульптору. Это именно скорее скульптор, нежели бронзер, но я его чуть-чуть вот сюда наношу, вот сюда повыше своей косточки и могу вот, -вот в таком вот виде оставить все это дело. Если мне хочется добавить тепла то я возьму либо отсюда от лямель, либо вот отсюда. Ну, неважно, какой-нибудь теплый я беру бронзер. Бронзера великое множество, что попадается под руку. И чуть-чуть-чуть повыше прохожусь. Вот самую малость. Все. Готовенько дело. В общем, по большому счету. Вот такой вот у меня получается макияж лица. Очень быстрый. Вот эта кисточка верная. И не только она. Вот эти две кисточки – это мои самые любимые формы. Вот эта вот кисточка, вот это было и Катулс, вот это от Ревгош, это больше не выпускается. Вот это вот от Кавер Поп. Если будете заказывать, возьмите вот эту кисточку, которая называется F13, она просто чумовая. И вот эти кисточки я использую не только для того, чтобы нанести вот сюда вот все это на скулу, потому что в жух. И оно вот, вот протягивает все это по скуле, но и для нанесения мейка на глаза. И вот я вам сейчас покажу самый свой быстрый макияж, который я делаю, когда, когда не снимаю ролик. Я беру вот все то же самое, что брова сейчас. Можно было взять ту кисть, которую я только что показывала. И вот сюда вот ставлю, вот прямо на середине, вот на брова получается, вот на самую выпуклую часть. Э стряхнула и вот этим вот вот ребром я ставлю вот сюда в угол глаза и вот так делаю. Вот. Смотрите, что получается. Получается такое небольшое затемнение. И получается, словно я, словно я э, имею складку века. И при этом чуть-чуть я глаза вытягиваю к вискам. Вот эта вот одна кисточка может быть со мной в поездке. Я ее лицо накрашу, э, беру губку, об губку все это протираю, не всегда об коленку и потом этим глаза окрашу. Вот, вот таким вот образом я поступаю. Вот, смотрите, как это получилось. Мейк получится такой повседневный, но то, как выглядит человек в жизни, то, как выглядит он на камеру с таким мейком, это, конечно, разные вещи. Можно взять немножко вот этих вот розовых отсеков, которыми я только что пользовалась, и чуть-чуть добавить вот сюда еще. Почему? Ну, для того, чтобы объединить щеки и глаза. Мейк тогда получается натуральным, естественным, и все это смотрится единым фронтом. Дальше, если у меня есть время и желание, то я беру вот этот оттенок, который хайлайтерный, которым не пользуюсь для лица, наношу его вот сюда в уголок глаза. Это если мне не хочется наносить ничего на подвижное веко. И вот так вот по быстренькому. Если у меня есть еще время, я могу взять э, кремовые тени, например, ну, например, не знаю, вот такие вот кремовые тени, вот такие. Разные у меня здесь оттенки моих любимых кремовых теней от Lux Visage. Ну, можно вот эти взять, например. И по-быстренькому чуть-чуть мазануть. Вот прям совсем-совсем немножечко, чтобы это получилось очень-очень быстренько. И вот так вот я это дело могу мазануть, если мне надо выглядеть чуть более нарядненько. Так, здесь почему-то не хватило. На самом деле, наверное, имело смысл даже засечь время. Кремовые тени на лето я очень люблю. Их я в обычное время, когда крашусь ярко на камеру, использую в качестве подложки. Но летом я могу либо вот так пойти, на базу нанеся, либо у меня есть вот такая вот однушка, безумно красивая. Боже мой, как она хороша. И этот бренд называется, бренд называется Beauty, Beauty Buffet. Beauty Buffet и я могу и что я могу я могу набрать вот так вот вот так вот раз 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 все это я делаю пальцем это такой невероятно красивый оттенок персика это могут быть любые персиковые тени вот вот так это все выглядит очень простенько я обожаю в летних макияжах использовать цветные карандаши я относительно недавно покупала кучу цветных карандашей от Maybelline и покупала кучу цветных карандашей от NYX. И от некоторых, в общем, остались уже такие достаточно коротюсенькие карандашики. То есть они у меня все практически использованы. Слушай, я а какой бомбический нежно-голубой, который в оттенке 05 каял от Vivienne Sabo. Стойкий, восхитительно красивый, глаза не раздражают, просто обалденный. И я хочу, и я хочу по-быстренькому нанести на глаза какой-то цветной карандаш очень быстренько я это делаю я обожаю цветные карандаши на лето мне кажется это очень красиво вот просто по линии до линии роста ресниц я это делаю очень небрежно вот так я это сделала беру какой-нибудь какой-нибудь карандашик ну вот на вроде вот этого и просто растушевываю этот карандаш до линии роста ресниц потому что любые графики, они делают лицо более взрослым, а еще нужно иметь вот просто безупречные глаза для графики, и, и это не мой случай, как мы знаем. И сюда по-быстренькому, вот так вот. Вот это мой обычный такой летний мейк. Я даже особо не заморачиваюсь, мне не важно, что тут будет ровно, неровно. То есть небрежность мое второе имя в летнем макияже. Вот, вот таким вот образом. Все. Видали, какой получается у меня макияж? Будут, если хорошие такие прямые настоящие стрелки, то они будут поломаны. Они и в таком случае немножко поломанные. Но за счет того, что карандаши растушеваны, это не так сильно бросается в глаза. Так, по большому счету с макияжем глаз я закончила, но периодически я просто беру вот так вот пальцем, то есть я могу вообще в летних макияжах без кистей обходиться, чуть-чуть могу затемнить нижнее веко, самую малость буквально капелюшечку, вот так вот. И все, наверное, ресницы пора красить. Ресницы я могу красить нижней цветной тушью, поскольку у меня карандаш такой зеленый на верхнем веке, то можно взять вот такую цветную тушь от Вивьен Сабо Кабаре. Я не люблю этой кисточкой верхней ресницы красить, потому что нужно очень долго елозить, чтобы получить выразительные но неизменная моя любимица для верхних ресниц – это и Айкониста от Катрис, которая, к сожалению, живет всего лишь месяц, ну максимум полтора. Но эффект, который она дает, ну настолько, настолько он восхитительен, а самое главное, настолько он быстро этот эффект, то есть мне очень быстро удается накрасить красивые ресницы, что я не могу пока от нее отказаться. Хотя на самом деле, на самом деле. Вот так часто ее менять очень невыгодно, и, возможно, имеет смысл купить более дорогую тушь, но которой хватит на более долгий период. Примерно полминуты у меня ушло на то, чтобы докрасить вот этот глаз, и, наверное, еще секунд 30 ушло на то, чтобы приклеить по пучку в каждый уголок глаза. Серьезно, вы не ослышались, я этим занимаюсь практически на повседневной основе, но вот за редким-редким исключением, и только в том случае, если я вообще не крашусь, но если я крашу глаза, то 9 случаев из 10 я воспользуюсь пучками от кис вот такими, и я люблю комбо-счет, потому что там самые оптимальные для моего размера глаза пучки, и пучки у кис тройные, это очень удобно, мне вот хватает вот действительно одного пучка сюда и одного сюда. Зачем же я их клею на повседневную основу? Для меня это такой гейм как говорят американские блогеры. У меня глаза чуть более скучены, чем это надо, исходя из моих широких висков. И вот такой маленький, едва заметный штрих, даже незаметный для окружающих, он позволяет глаза растащить. То есть вот эти ресницы, которые смотрят немножечко в бок, они сразу делают глаза чуть более широко поставленными. За счет чего гармонизуются черты лица, именно из этих соображений многие люди носят на повседневку стрелки. И я тоже когда-то этим занималась. Я интуитивно понимала, что стрелки мне очень идут. Но я тогда не понимала, что они выглядят поломанными. А вот эти реснички они никогда не поломанные. То есть они не ломают анатомию глаза, они не по коже идут, а поверх кожи. Но смотрятся, как будто бы это стрелки. Вот даже сегодняшние мои такие чуть-чуть зеленоватые стрелочки, они поломанные. да Если вот я если я не буду задирать лопа, я это делаю автоматически. У меня вот здесь уже просто гипертонус, то сразу станет понятно, что кончики этих ну, таких растушеванных, размазанных стрелок приходятся, во-первых во на разном уровне. Вот здесь, здесь, а здесь вот здесь. А все потому, что глаза у меня нависают даже не симметрично. И вот эти вот кончики, да, вот эти вот реснички, они скрывают все портаки вот этих стрелочек. И делают образ гораздо милее, гармоничнее. В общем, как-то так. В быстром повседневном мейке я предпочитаю либо гелевые помады, либо блески для губ. Блеском для, для губ я в недалеком прошлом была совершенно равнодушна. Но тут я определила для себя несколько любимчиков, либо я их повторяю либо я пользуюсь ими уже 500 лет, они, наверное, протухшие, но я этого не замечаю. У меня недавно появился вот такой любимчик от Essence, Shine, 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 он мне нравится, цвета не хватает только. Я люблю такой от Clarence. я ему увлажняю губы, у меня несколько было оттенков, но я их везде порассовала, не могу отыскать, нашелся только вот такой вариант. Ой, плюс я обожаю просто, и он уже практически завершен, там на дне осталось, вот такой блеск от Revolution Pro в оттенке Будуар по цвету, моих губ изумительно красивый оттенок чаще всего именно им пользуюсь когда хочу прям сделать такой дерзкий сочный летний образ я использую вот такой вот авый блеск от никс Называется он Cherry Pie, черешневый пирог. И я его пальцем размазываю, потому что иначе это смотрится вот прям как кровавый рот. Мне не нравится. И недавний мой любимчик от Fenty Beauty. В оттенке, в оттенке... Я забыла, в каком, а прочитать что-то не могу. Fenty Glow. Вот. Я еще очень хочу у них оттенок Чики, но, по-моему, его в России нету. Не привезли. Вот его, наверное, я нанесу. Если бы я снимала сейчас ролик, то я бы, наверное, наверное, бы нарисовала себе галочку над верхней губой, чтобы сделать губы чуть более очерченными. Оп. Оп. И вот так это все выглядит. Но если это все-таки выходной, и хочется как бы поблистать, и хочется пофотографироваться, то, скорее всего, я сделаю более полноценный макияж глаз, потому что я отыгрываюсь в основном на глазах. В таком случае с высокой долей вероятностью я возьму палетку от Huda Beauty, вот эту Nude Light, Несмотря на то, что у нее есть проблемы и не такая высокая пигментация, и может быть не такая потрясающая здесь разнообразная гамма, но в аккурат та, которая мне подходит. Вот мне идет эта гамма и она меня красит. И здесь невероятной красоты есть э, дуохромный оттенок розово-золотой. Вот эту гамму я обожаю и частенько ее использую. Плюс с высокой долей вероятностью я обращусь к палетке Soft Glam, э, хотя я в недалеком прошлом. Не сильно питала к ней большую любовь, но это такая ну, бронзовая гамма, и матовые оттенки здесь такие летние, идеально подходящие под загоревую кожу. Что я ее полюбила и стала частенько использовать. И я люблю на лето периодически использовать вот такую коралловую палетку от Nabla Cutie palette, на которую, по-моему, сейчас на Beauty Bay большая скидка. Ну или периодически на такие палетки у них там бывают скидки. Очень советую, если вдруг... Если вдруг будете чего-то там заказывать, Beauty Bay такая контора сомнительная, у них бывают проколы, то, может быть, вам захочется кинуть эту палетку хотя бы ради вот этого невероятного мандарина. Боже мой, какой красивый, роскошный. Еще одна летняя палитра, бесспорно, это вот это Venus XL 2 очень-очень она такая сочная. Я сначала считала, что она весенняя за счет наличия нескольких зелененьких. Но в каждом этом зеленом есть золотистый отлив. Это красиво гармонирует именно с загорелой кожей. И смотрится прикольно. И, наверное, последние три недели я не могу отлипнуть от своей любимой палетки летней. Она вот просто лето в квадрате. Она называется Nomad. И эта палетка очень-очень имеет красивую гамму, и я прибегаю в основном к вот этим двум рядам. Я беру какой-то сатиновый, вот этот оттенок. Ну, на самом деле это нечто среднее между матовыми и сатиновыми, и обязательно поверх наношу один из моих любимых глиттеров. Обожаю вот этот желтый, очень люблю вот такой и вот этот. Знаете, чего еще не показала? Я, наверное, не показала вот эту палетку от Наташи Динона, которую я очень сильно люблю летом использовать на глаза. Самое забавное, что вот этот оттенок я считаю уникальным в своей коллекции. Первоначально предполагалось, что я должна это наносить на лицо. На лице меня это дело не впечатлило, но как же красиво смотрится этот глиттер на глазах, блин! Настолько красиво, что я не могу даже сейчас сдержаться. Можно я чуть-чуть, буквально, припорошу себе веки вот этим делом. Не могу сдержаться. А в течение дня я буду неоднократно прибегать к вот этой вот водичке от Урьяш. Я ее обожаю. Если вот этот спрей не факт, что я буду использовать, которая от Urban Decay, то однозначно я буду использовать вот эту термальную воду. Я перепробовала разные варианты, дешевых, дорогих, абсолютно все аптечные марки я попробовала на себе. Но нет альтернативы воде Урьяш, потому что она иматирует лицо. Реально, если нет салфеток под рукой вы наносите это дело на лицо, и буквально спустя несколько минут у вас матовое лицо, потому что вот эта вот соляная пленочка, которая образуется, она абсорбирует выделившийся себом. Это удивительное дело, нивелирует это все дело, подсыхает на лице такой небольшой, едва ощутимой такой соляной корочкой этой водичка. Да, звучит странноватенько, это, конечно, на любителя, и я как раз принадлежу к этим самым любителям. Она и успокаивает, и если ею пользоваться, у нее практически не бывает никогда никаких раздражений на лице, даже если очень жарко, много садится пыли на лицо. Если вам есть чем поделиться относительно своих принципов летнего макияжа, то я вас жду, конечно же, там внизу, под роликом, в комментариях. Мне будет, как обычно, очень интересно почитать, поболтать с вами. Ну, вы знаете, я это тело люблю. Ну, и, конечно же, я буду очень признательна за лайк либо дизлайк под этим роликом. Это очень важно. И особенно-особенно я буду благодарна за перепост в социальных сетях, потому что это самый-самый, наверное, лучший способ э, продвигать меня как автора и мой канал популяризировать. Я за это всегда так благодарна, вы даже не представляете. Я вас сердечно обнимаю и увидимся в другой раз. Пока!